Ольга Владимировна Зимеева, несмотря на дождь, пришла на избирательный участок одной из первых жительниц 16-го микрорайона, считает себя граждански дисциплинированной. Обязательно каждый раз мы ходим. Без этого никак нельзя. Мы сами выбираем, кого за кого. Напомним, депутат Гордумы по 24-му округу Александр Зеленский ушел в окружной парламент. Кто будет представлять интересы жителей по 15-му, 16-му и 16-му микрорайону от партии «Единая Россия» определяли на предварительном голосовании. Сегодня мы проводим предварительное партийное голосование, и эта процедура абсолютно открытая для того, чтобы все жители определились, проживающие в этих территориях, кого бы они хотели видеть на выборах от партии «Единая Россия», на довыборах, которые проведут у нас в сентябре. Председатель участковой счетной комиссии уверяет, работа участка полностью прозрачна. С утра и до вечера работают независимые наблюдатели. Представитель от кандидата попросили установить видеонаблюдение, оно у нас стоит, в течение дня оно будет работать, то есть открытость, гласность, все это как бы будет. Несмотря на выходные, на участке людно, Авдеенко пришли всей семьей, перед этим долго обсуждали, за кого проголосовать. В мирной форме. Каждый высказывает свое мнение. Ну, потом приходим к единому. Выбирать нефтеюганцам нужно было из 7 кандидатов. Подсчет голосов начался сразу после закрытия участка в 8 вечера. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».